улыбающейся мордочке. Потому что ей нужно много улыбок, ей нужна хорошая жизнь, нужно счастье, и она счастлива, даже несмотря на то, что все с ней такое страшное происходило раньше. Она все равно счастлива, все в порядке. И это очень хорошо, иметь такой характер. Порой можно посмотреть на нее и подумать, сколько ей довелось пережить. Тем не менее, смотри, она обо всем забыла. Она просто играет и веселится, это так здорово.